У жителей микрорайона пригород Лесное появилась возможность получить необходимую медицинскую помощь, не выезжая за пределы жилого комплекса. По адресу пригородное шоссе, дом 3, открылся офис врачей общей практики. В рамках офиса врачебной практики здесь ведет прием акушер-гинеколог. Кроме того, планируются выездные мобильные бригады узких специалистов, окулист, лор, хирург, врач-невролог, эндокринолог. Новое помещение осмотрела заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Кабинеты оснащены современным диагностическим оборудованием и всем необходимым для оказания неотложной помощи населению. Неотложную помощь получает любой гражданин, обратившийся в медицинское учреждение. Обязательно оказывается помощь, и если в этом нужна какая-то специализированная помощь, мы направляем людей в медицинские учреждения, если нужна госпитализация, и даем свои рекомендации по дальнейшему лечению. Офис рассчитан на 100 посещений в смену. Принимать будут как взрослых, так и детей. Уже сегодня здесь первые пациенты. Наталья Русинова привела внучку на консультацию к педиатру. Добраться до Молоковской поликлиники очень сложно, и здесь мы думаем, что здесь все будет очень хорошо, под боком, и дети, и те же анализы, и врачи, здесь намного будет удобнее. Врачи обращают внимание на важность прикрепления населения к местным объектам здравоохранения для получения медицинского обслуживания в полном объеме. На сегодняшний день в микрорайоне пригород Лесное проживает более 20 тысяч человек, а прикрепление имеет только половина из них. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.